На льду танцевальной немецкой пары Кристина Байер, Вильям Байер. 28 лет, а 25 лет день фигуристки и 27 лет фигуристу. Они брат с сестрой. Рене Лосса, Мартин Скотницкий, тренеры этой пары. Они тренируются в Берлине. Гавайские танцы. Такое музыкальное сопровождение этой танцевальной пары из Германии. Мама филиппинка, папа немец. 6 лет. Они начали с 6 и 7 лет. Соответственно, они начали заниматься фигурным катанием и начали кататься так, просто для удовольствия, как они сами говорят. Но, как всегда это бывает, это удовольствие пришло, большую любовь, привязанность к фигурному катанию. И вот они уже много лет выступают на крупнейших соревнованиях по фигурному катанию, европейских и мировых, и добились очень неплохих результатов. Гавайи, тихоокеанские мелодии, если так можно назвать, это такое музыкальное сопровождение этих фигуристов, этой танцевальной пары. Да, очень национальный фигурист, очень национально исполнили этот зажигательный гавайский танец. У них всегда удавались такие танцы. Очень уверенно исполнили. Открыто и очень, повторяю, эмоционально. Очень эмоциональные фигуристы. И зал, естественно, конечно, тепло принимает этот танец. Его невозможно принять по-другому. Ha ha ha!